Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот чипсы начос с нежным сыром. Такие вот необычные. Так, тут у нас Деликатос. Деликатос такой. Так, 96-го года даже. Не так и давно. Премиум чего-то там. Так, о, YouTube. Батюшки. Надо вырезать отсюда. Приклеить куда-нибудь. Рецепты от Роберта. Классно. Так, давайте посмотрим повнимательней. Что здесь у нас? Что-то написано. А, это что? А, тут даже рецепт. Как делать? Вы представляете? Вы покупаете, то есть эти, там не чипсы даже, да, как-то они начос называются. То есть вы их покупаете, да, и вам понравились. И также есть рецепт, как вы можете приготовить их сами, чтобы лишний раз не тратить деньги и не покупать. Это супер. Не каждый бренд так может сделать. Представляете, пиво покупаете, и там будет рецепт пива, как можно дома сделать. Так, тут у нас соусы какие-то. Это, наверное, реклама. Так, с сыром фета и с хумусом. Хумусом. Так, какие-то, да? Короче, много-много всего интересного написано. Так, и вот он у нас состав. Кстати. Самое интересное. Нажмите стоп, кому интересно, сейчас можете прочитать. И давайте я посмотрю, сколько же у нас Е-добавок. Они реально здесь есть. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Их целых 5. Здесь состав довольно такой... большой немножечко, я бы сказала. Ну, здесь, конечно, наверное, рецепт написан, я думаю, без Е-добавок. Навряд ли у кого-то дома они окажутся. Ну, знаете, 5 Е-добавок, это довольно много. И, честно говоря, когда я что-то покупаю, если смотрю, допустим, 2 Е-добавки, 3, 4 я могу взять. Если их больше 5, 6, 7, 8, 9, 10 и дальше, я не беру этот товар. Я лучше обойдусь, чем гробить свое здоровье. Ну, здесь я взяла для обзора, мне стало интересно, что же у него там находится внутри. Вкусно это или нет? Какой-то вот сейчас недавно стали появляться всякие эти начосы, какие-то непонятные. Начос. Нет, по-моему, как-то он по-другому читается, потому что начос это все-таки немножко... мне все время кажется другой. Ну ладно. Открываем. Самое интересное, что же там находится? И высыпаем. Опа. А я что-то думала. Я реально думала, что они другие. То есть тут, смотрите, прям реально как будто тоненькие. Даже вот тут вот видно, что они тоненькие, такие чипсы. А здесь... хотя, конечно, может, они и просвечивают. Так. Ну, какие-то они кажутся такими толстыми. И на вид они, кстати, кажутся такими сильно солеными. Треугольничками такими. А здесь вот как-то, знаете, честно говоря, непонятно, что... так, сейчас ее прогладим. Здесь до конца непонятно, что здесь... вообще находятся треугольники, по виду кажется, как будто все-таки здесь какие-то ну, овальчики. Овальчики, ну, блин, не знаю, короче, ну, тут видно, что треугольник. Как-то не очень понятно. И, конечно, здесь нежно-желтенькие, а здесь уже совершенно другие, они реально отличаются. Они реально отличаются. Вот, ну, в принципе, как и всегда. К сожалению, у нас... всю жизнь так. Все отличается. На упаковке одно, а в упаковке другое. Ну ладно, не будем болтать. Давайте с вами их попробуем. Вот так вот они выглядят поближе. Такая темненькая. И пробуем. Действительно ощущается сыр. Но ощущается сыр не тот, который мы привыкли с вами кушать. А какой-то он более такой, настолько он прям сыр с сыром, там нереально каким сыром. Вот. Также они жестковатые, и то есть
до конца вы их прожевываете, но ощущение, как будто вы их не можете доживать, потому что там какая-то как будто картонка, которая не жуется дальше уже. Все. Она остается у вас под зубами, но вы просто начинаете ее оттуда пытаться убрать, потому что она дальше не исчезает. Как-то это немножко даже диковато. Также они, конечно, соленые. А соль вместе с этим непонятным сыром. Такая, знаете, это больше не просто вот, идя по улице, захотелось там чипсов, там начесов каких-то, да? Купил и съел. То есть это больше, наверное, к пиву. С пивом это будет, наверное, более вкусно смотреться. Потому что просто взял вот так и съел, запил там водой или чаем, как бы это, не знаю, не настолько. Ну, какие-то они такие. Я пробовала такие треугольнички, еще как-то они по-другому называются. Они были реально вкуснее гораздо. Здесь вот как-то даже остается привкус, знаете, соли во рту. И даже немножечко щипает как будто. Ну, давайте, наверное, я просто избалованная. Давайте еще раз попробуем. Да, очень много специй, соли. Ну, не, она не пересоленная, но ее реально много. Может быть, специй много. И действительно, она какая-то превращается как в жвачку, такую жесткую жвачку под зубами, которой приходится дальше ее пытаться доживать. И, наверное, в конечном результате она через какое-то время исчезнет сама. Не знаю, может быть, это и круто, может быть, это вся крутость как раз в этом начесе. Не знаю, короче, какие-то они слишком... Такие специи очень много. Честно говоря, мне не очень понравилось. Ну, как-то так. Может быть, изредка там захочется. Или, может быть, кстати, их если в салат какой-нибудь добавить, может быть, будет немножечко вкусно. Если у вас сыра нет, а вам нужен аромат сыра, то можете купить такой вот начес и добавить. У вас будет аромат сыра, но самого сыра не будет. Это будет, наверное, что-то особенно необычное. Вот, ну... Не знаю, честно, купила бы я еще раз? Нет, точно нет. Не знаю, может быть, с каким-то другим вкусом я бы, может быть, и купила, но навряд ли. Вот как-то мне не понравилось, честно. Напишите свои отзывы под роликом, если вы уже пробовали. И на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши обзоры на продукты. Там очень много разных продуктов. Также чипсы, шоколадки, консервы, все-все-все интересное, разные сладости из магазинов Фикс Прайс, Победы, Светофор, из обычных магазинов, также обзоры на технику, также у нас влоги есть, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Обязательно смотрите, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!